Обласна державна адміністрація виходить за рамки звичного. Вже цього тижня прийматимуть бюджет 2017. В чому ідея такого поспіху, розкаже гість нашої студії, радник голови облдержадміністрації Юрій Голик. Здравствуйте. Здрасте. Ну і так, безусловно, є преимущество прийняття до Нового года. А в чому видите ви ці преимущества? Самое большое? Да. Смотрите, самое большое преимущество в том, что все хорошо, когда делается вовремя, а не в последний день. К сожалению, у нас система госуправления очень запутана, и все привыкли делать все вот в самый последний срок, когда дедлайн уже подходит. Мы в прошлом году первыми приняли в стране бюджет 4 декабря, было первой областью. В этом году мы подали все документы в облсовет, который, собственно, принимает бюджет и голосует за него депутаты облсовета, так, чтобы сессия состоялась в эту пятницу 2 декабря. Мы считаем это правильным. Почему? Потому что если по бюджетному кодексу можно это делать в этот день, значит, мы это должны сделать. А если у нас децентрализация в стране, и помимо полномочий и финансов передали на места еще ответственность, мы эту ответственность несем, и мы, и депутаты облсовета. И третье, у нас появляется возможность нормально подготовиться к Новому году, а не делать все в попыхах. Это нормальная европейская практика, делать все заранее. Вот поэтому у нас есть по закону такая возможность, мы ее делаем. Если говорить о самой работе над бюджетом 2017, как долго и насколько плодотворно? Ну, если честно, когда был принят 4 декабря бюджет на 2016 год, началась работа над бюджетом 2017 года. Почему? Потому что это каждодневный труд, когда нужно свести кучу показателей воедино, каждый день их нужно оценивать. Понятно, что самыми ударными темпами это происходило там последние 4-5 месяцев. Если говорить о разногласиях, они всегда существуют. На ту или иную сферу выделить чуть больше или чуть меньше денег? Насколько принципиальные разногласия, и удалось ли достичь консенсуса? Я думаю, что удалось. Смотрите, процедура какая. Облгосадминистрация выслушивает все пожелания от жителей регионов, которые обращаются на горячую линию, на выездные приемы губернатора и его заместителей, которые ездят по области, выслушивают все пожелания депутатов, каждый из которых представляет избирателей на конкретной территории. Потом мы садимся и пытаемся из этого сформировать некие понятные программы, под каждую из которых закладываются определенные деньги. Поскольку каждая такая программа и каждая строчка в бюджете утверждается профильной комиссией областного совета, это значит, что все цифры и все программы, которые попали в бюджет, это и есть тот компромисс, который есть между облгосадминистрацией и облсоветом, его комиссиями. Поэтому, естественно, как и в любом случае, желаний что-то сделать хорошее всегда больше, чем возможностей. Поэтому, наверное, если бы бюджет был в 10 раз больше, туда бы поместилось еще больше всяких прекрасных нововведений, которые будут в следующем году. Но вот в рамках того бюджета, который есть, мы считаем, что он достаточно сбалансированы. Ну, то есть вы хотите сказать, что сказочников стало меньше, а реалистов больше? Мы, по сравнению с прошлыми годами, нам кажется, да, потому что все очень хорошо понимают, что нужно сделать на той или иной территории. Кроме того, раньше не было таких денег, раньше не было бюджетной децентрализации, про малые города никто не думал, и никогда у малых городов не возникало желания, давайте попросим что-то у областного бюджета, чтобы нам что-то построили, потому что понимали, что не построят. А сейчас, когда такая возможность есть, мэры и главы сельсоветов начали задумываться о том, а что же запланировать на следующий год. Бюджет этого года был направлен на развитие инфраструктуры, ну, в качестве там дороги, водоводы и соцсферы, садики, медоборудование. Мы об этом говорили в течение года. Если сравнить 2016-2017, направления те же или что-то убавится, что-то добавится, и что? Смотрите, он будет бюджетом развития однозначно. Он будет еще в большей степени бюджетом развития, чем бюджет этого 2016 года. Немножко поменяются приоритеты. В чем будет смена приоритетов? Первое. Два года активно строились водоводы по всей области. Их построили достаточно огромное количество. Осталось два больших, один в Томаковском районе, один в Криничанском, которые заложили и в этот бюджет, и фонд регионального развития, который мы получаем из госбюджета. Но водовода в этом году меньше, чем было в прошлые два года, потому что большую часть из них уже построили. В этом году мы закладывали порядка 500 миллионов на дороги. В следующем году мы хотим, чтобы эта сумма была 750-800, потому что существующие мощности дорожно-строительных компаний, которые расположены в Днепре и в области, они готовы на такое количество построить дорог. Третье. Мы два года подряд закладывали огромные суммы на закупку медицинского оборудования в больнице. В этом году мы будем в областной бюджет закладывать меньше. Почему? Потому что, с одной стороны, очень много закуплено
Именно в эти два года им нужно правильно научиться пользоваться. Огромное количество оборудования восстановлено, отремонтировано, либо введено в эксплуатацию то, что не было ранее введено в эксплуатацию. И в-третьих, у нас в этом году действует огромная программа с Мировым банком по строительству амбулатории в Днепре, в Кривом Роге, в Павлограде, по которой Мировой банк выделяет огромное количество денег на закупку оборудования в эти амбулатории. То есть, если есть возможность эти затраты переложить на Мировой банк, то тогда областной бюджет пойдет на что-то другое. Что есть в этом бюджете такого, чего не было в 2016 году? Ну, во-первых, отобраны 6 опорных школ в районах, на каждую из которых выделяется по 15-20 миллионов гривен на их полный капитальный ремонт и реконструкцию. Что такое опорная школа? Это старое здание, построенное еще при Советском Союзе, которое нуждается поменять кровлю, сделать нормальный веселый фасад, чтобы дети, когда идут в школу на уроки, они радовались видеть это здание. Привести в порядок электрические сети, перевести в порядок теплосети, закупить туда современные компьютерные классы, классы физики, химии. В этом году мы в бюджет заложили постройку 3 детских садиков с нуля. Абсолютно это детские садики, такие, как мы будем в конце декабря сдавать на жилмассиве Левобережный 3. Это детские садики на 115 мест. Это меньше, чем детский садик в Слобожанской громаде. Но там, в тех местах, где мы их запланировали построить, они такие большие и не нужны. Мы планируем закончить капитальный ремонт нескольких областных больниц. В частности, больницу Руднева, хирургический комплекс, который выгнан в фундамент. В следующем году мы закончим. И огромное количество еще капитальных ремонтов опорных школ и больниц в районах области, которые мы в следующем году тоже запланировали произвести. Ну, мы имеем сегодня с вами календарное закрытие осени. Завтра наступает календарная зима. Теплосети. Вот как с теплосетями будет в 2017-м? И когда, наверное, каждый многоквартирный дом на Днепропетровщине будет иметь счетчик или какой-то учет тепла? Смотрите, вы нас спрашиваете то, что находится в зоне ответственности мэров городов. Но тем не менее. Поскольку мы за это не отвечаем, то мы не можем вам формально сказать, когда это произойдет и что мы для этого сделаем. Мы знаем, что у нас есть три города: Никополь, Марганец и Покров, которые мы в этом году переводили на индивидуальное отопление. Вот в частности, в городе Марганец заменены вообще все теплосети. Вот все, которые идут от современных модульных котельных, идут к объектам соцсферы, они заменены полностью все новые, потому что последние 50 лет они просто не менялись. То есть, если у нас есть взаимопонимание с мэрами этих городов, мы понимаем, что это нужно делать, иначе Нафтогаз им за долги просто газ не подаст, то мы это сделали. А города крупнее, Днепр, Кривой Рог, решают эту проблему самостоятельно. Наверное, мы как область будем в следующем году решать такую же проблему с желтыми водами, по которым есть проблемы с Нафтогазом, частично по Каменскому, бывшему Днепродзержинску, и по Павлограду. Ну и, наверное, пожалуй, последний вопрос. Бюджет будет принят досрочно? Ни проволочек не произойдет? Смотрите, здесь очень тонкий юридический момент. Облгосадминистрация разрабатывает бюджет, согласовывает его с комиссиями и подает его точно в срок. А будет он принят или не будет принят, это зона ответственности областного совета и депутатов. По крайней мере, по состоянию на сегодня, все комиссии, необходимые для вынесения бюджета, мы прошли. А вот что будет происходить дальше, это уже зависит от облсовета. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до 9 каналу. Сподіваюсь вас бачити частіше. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що радник голови облдержадміністрації Юрій Голик був у нас у гостях. Розмовляли про наступний бюджет 2017.